Мы продолжаем знакомить вас с авторскими ритуалами Алены Полынь. Сегодня я, ведьма Хельга, расскажу об обряде «Чтобы жизнь медом была». Каждый человек хочет, чтобы его семья жила в достатке, чтобы жизнь была богатой да сладкой. Для того, чтобы это свершилось, чтобы вы достигли своего желания, Алена Полынь рекомендует провести простой, но проверенный временем ритуал. Для этого понадобится природный мед светлых сортов. Мед, который заботливо собран пчелками. Вот такой природный дар понадобится. Итак, у нас есть мед, и мы берем этим медом и мажем вот тут поверху чашечка, по ободку. Мажем. И сколько мажем, столько и говорим. На жизнь сладкую, на дорогу гладкую, воистину. Затем нужно, чтобы из этих чашечек домочадцы попили чай. Пока они пьют, вы говорите, чтобы жизнь сладка была, я обряд провела. Кто станет из чашек пить, тому сладко жить, воистину. Говорить нужно 12 раз. И не забывайте благодарить Алену Полынь за знания, с которыми она с нами щедро делится.